Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Дэн Хай, и сегодня мы будем играть не в рыбалочку, а будем играть с вами в охоту под названием The Hunter Classic. Есть их игры, похожие на The Hunter Classic, то есть The Hunter Classic, The Hunter Call of the Wild, но эти две игры идут на компьютер, а The Hunter Classic идет как на компьютер, так и на телефон. Ну что ж, приступим к обзору. Первым делом давайте рассмотрим с вами скидочки. Скидочки у нас различных оружий. Здесь присутствуют различные скидки. Скидки временно идут, потом убираются и появляются другие скидки. Ну ладно, с этим уже. Так, дальше у нас идут специальные предложения. Специальные предложения включают у нас ежедневные бонусы. Неделю вы входите в игру, каждый день будете получать различные бонусы. На седьмой день у вас случайный предмет. Как оружие может выпасть, как золото, как и другие различные предметы. То есть это реально хороший предмет. Дальше у нас идут задания. Задания вы проходите и получаете за них приличную довольно-таки награду. Очень приличную награду. Ну, допустим, вот тут убейте олени. 1500 штук. Получите за это 50 золотых монет. А золотые монеты это прямо очень хорошая вещь. В игре это нужная вещь. Дальше идем. Нажимаем играть, и у нас выходит в наш небольшой такой, так скажем, типа гараж оружий. И с собой в игру можно взять два оружия. То есть два предмета каких-то, либо винтовочку, либо какой-то дробовичок, либо лук, либо арбалет, либо пистолет. Любые предметы, ну, любые оружия вы с собой можете, в принципе, взять. Ну, их можно улучшать. Естественно, нажимаете улучшать. Здесь стоимость зеленых вот этих монет идет. Улучшить можно за зеленые монеты, так и за золотые монеты. Но за золотые монеты не советую вам улучшать оружие, потому что золотые монеты это прямо очень хорошая вещь. Лучше купить какое-то оружие реально за золотые монеты или же какой-то ящик открыть за них, чем улучшать. Какое-то оружие за золотые монеты не стоит. Дальше у нас идет, ну вот, смотрите, можно сменить его, ваше оружие. И здесь у нас вот присутствуют наши винтовочки, которые мы можем взять. У каждой здесь написаны свои характеристики, устойчивость, там, сила, максимальное увеличение, максимальный урон. И все вот это вот описывается. Можете любое оружие взять, как луки, так и пистолеты, дробовики, винтовки и все прочее. Дальше у нас идут ящики охотника. Вот про них я вам говорю. Лучше потратить золото на них, чем потратить золото на улучшение оружия. Потому что если вы возьмете за 150 золотых монет, откроете ящик предметов, вы получите себе, можете получить хорошее оружие. Прям наилучшее оружие. Давайте даже пролистаем сюда вот. Стандартный 30 уровень. У этого оружия на самом деле хороший будет урон. Оно будет скачано четенько и хорошо. Стандартный 30 это, ну, если вы начнете играть, вы поймете, что стандартный 30 это прямо реально хорошее оружие. Ну и другие ящики там тоже, в принципе, очень хорошие. Их открывать можно как за золото, так и за другую валюту. Как за серебряные, золотые, красные орлы монеты. Дальше у нас идет магазин оружия. Здесь вы можете купить те оружия, которые вам нужны. Винтовки, штурмовые винтовки, дробовики, пистолеты и луки. Можете также посмотреть скидки. Но это вы и не только здесь можете посмотреть, но еще и в самом начале входа в игру. Нажимаем далее. И у нас выходит на наши уже регионы какие-то стандартные. 5 у нас вот открыт. У нас есть 4, 3, 2, 1 регион открыт. Вот 5 это у нас, допустим, Аляска. Здесь нам вот невозможно охотиться на... Давайте расскажу вначале по порядку. Вообще, как открываются регионы. Вам необходимо застрелить 5 боссов. Так скажем, боссов или... Ну, каких-то таких необычных животных, их можно называть боссами. Вам их нужно 5 штук застрелить, и тогда вы переходите уже на следующий регион. Но предварительно вы его еще должны будете загрузить. Это займет минуту, две, там, ну, в зависимости от вашего соединения интернета. Ну, и в итоге мы не можем сейчас этого боссика, так сказать, убить, этого медведя. Нам нужно улучшить винтовку,
на 98,8 устойчивости. Нажимаем улучшить. Улучшить мы, естественно, пока не можем. Нам вот рекомендуют улучшить дуло. Нам нужно 34 120 зеленых монет. Так что, как бы вот у вас показывают, да, что именно улучшится, насколько улучшится устойчивость, насколько улучшится сила. Вам это все описывается в подробностях. Естественно, мы пока не можем его охотиться. Нажимаем, допустим, на ход, и у нас показывает, это задание обещает быть интересным, и вам нужно улучшить, типа, винтовочку для устойчивости. Вы не сможете охотиться, потому что, ну, можете провалить это задание и потерять две энергии, а это, ну, не очень хорошо. Дальше у нас идут вот охоты по контракту. Здесь у нас различные задания бывают. Ну, допустим, у нас сейчас уберите 10 порцевых уток. Но это не суть важно. Давайте скажу вам дальше. Элитная серия здесь есть. Можете охотиться с элитной серией, но вам необходимо какое-то именно определенное оружие этого региона. Дальше у нас идет серия оружия. Здесь нужно нам арбалет нужно купить. Магазин оружия нажимаем. Он у нас, по-моему, за серебряные орлы идет. Да, вот он. Такой вот серебряный какой-то арбалетик. Арбалеты и луки в основном все идут при покупке за какие-то необычные монеты, то есть за серебряные, золотые или красные монеты орденов. Дальше у нас есть здесь вот четвертый регион, наш уже пройденный регион. У нас можно на редкую охоту пойти и получить кусок карты скрытого региона. Но это уже можно будет подробно рассказывать потом об этом. Редкие охоты появляются через какое-то определенное количество времени, то есть там через 64 часа, где-то так вот приблизительно. Если вы пойдете на охоту по контракту, то сократите 8 часов ожидания редкой охоты. Здесь реально можно подробно рассказывать очень долго. Ну, самое главное, в принципе, я вам уже рассказал, а потом уже подробно будем уже рассказывать в следующих сериях. А давайте вначале сейчас вот поохотимся на нашу уточку. Нас рекомендует дробовичок более лучше 5-го региона, но у нас его нету, и на него нужно тратить какое-то определенное количество зеленых монет, а я не хочу, можно и обычным вот таким вот дробовичком 4-го региона поохотиться. И просто начинаем стрелять наших уток. Нам необходимо застрелить 10 этих уток, мы уже застрелили 4, можно прицелиться вот таким вот образом, можно не прицеливаться, это как вам уже угодно. Дробовики тоже стреляют на различных расстояниях, то есть вы можете не достреляться до него, до этой уточки. А так, в основном дробовики вот для уток, в принципе, они все подходят. В основном все подходят, потому что урон у них нормальный идет у дробовиков, у уток здоровья немного как бы. И здесь еще, кстати, присутствует какое-то определенное количество времени, около 2 минут. За 2 минуты вам необходимо застрелить 10 уток. Не успеваете, ваша охота будет провалена. Ну и нам пишутся результаты, цель 1880 зеленых вот этих баксов, ценность животного у нас никакого не было, выстрела в сердце и в легкого тоже не было, потому что на птицах его нету. Нажимаем далее. И проходим это вот задание по контракту. И в итоге у нас сократилось 8 часов ожидания редкой охоты, и появилась новая охота по контракту. Взрослые аляские лоси. 8 штук. Тоже на какое-то определенное количество времени, около 2 минут, наверное, надо будет застрелить, и все, в принципе. Дальше я вам буду уже рассказывать потом. Вот, допустим, посмотреть можно 6-й регион. У нас предварительно должен быть загружен, и предварительно вы должны убить 5 предыдущих боссов. Допустим, 10-й. То же самое, там предварительно нужно его загрузить. И также необходимо убить всех предыдущих боссов. На каждой локации их по 5 боссов. Или на каждом регионе, как можно еще сказать. Ну и, в принципе, ребятки, на сегодня у нас в этом видеоролике все. Потом буду подробно рассказывать о каждой именно охоте. Элитной охоте, там редкой охоте, охота по контракту. Уже буду рассказывать в каждом видеоролике о своем. Всем пока-пока, с вами был Дэн Хай, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.